Армійський автомобіль часів Німецької Демократичної Республіки з міста Цитау. Це новий експонат музею техніки «Фаетон». Робур 1982 року випуску прибув до Запоріжжя з Харківської області. До того ж, приїхав своїм ходом. Фірма «Робур» спеціалізувалась на виготовленні автобусів та вантажних автомобілів. Цей же варіант – армійський санітарний. Это армейская версия, тем более, что он был на вооружении Германской Демократической Республики, армии ГДР, вот, и медицинского исполнения. То есть входил в состав медицинских воинских подразделений Германской Демократической Республики. Ну и, видимо, в составе были такие мобильные госпитали, в составе вот этого подразделения выполнял какие-то свои функции армейские. Цікаво, автомобиль выглядит не лише ззовні, а и в кабине водителя. Полностью все приборы, все присутствует, сиденье водителя, сиденье командира машины с противоположной стороны. Дело в том, что вот такая вот компоновка, это, так сказать, расположен двигатель под кабиной находится. То есть вот капот, закрывающий двигатель, разделяет сиденье водителя и сиденье командира машины. Ну, достаточно просторно, очень хороший обзор с водительского места. Звісно, аби авто мало ідеальний вигляд, його треба реставрувати. Працівники музею кажуть, що на це їм знадобиться 2-3 місяці. Ну, прежде всего, конечно, вот это так называемый кунг, вот этот кузовная часть. Кабина, кстати, в достаточно очень хорошем состоянии, а вот кунг потребует достаточно серьезного ремонта, может быть, даже придется многое заменить. Но главное, что прежние вот эти старые детали, назовем их так, они есть. То есть мы понимаем, какие нужно изготовить новые. Шанувальники раритетних автомобілів оцінять, що Робур повнопривідний та з рідною комплектацією. Ну, самое главное для нас, он комплектен, совершенно комплектен. И дальше, в дальнейшем, нашим специалистам, нашим реставраторам будет гораздо легче с ним работать, потому что кое-что придется заменить, что-то отремонтировать. Но в целом автомобиль в очень прекрасном, с точки зрения его возраста, весьма почтенного уже состоянии. На сьогодні такий автомобіль в Україні єдиний. Усі охочі можуть оцінити раритетне чудо техніки у музеї «Фаетон». Поліна Гавловська, Олександр Гоц, ТВ5.